привет! Баба Вера опять с вами. Ну, эти слова уже многие повторяют, привыкли к моим словам. Короче, сегодня что мы тут смотрим? Мой ЗМС 2604. 260. А что это такое? Не помню, что-то апрель месяц. А что ж было в апреле? 26. Короче, сейчас послушаем, так не вспомню. Переклинило. Поехали. А, Чернобыль. Видишь светостолб ослепительный, бьющий в апрельское небо над Припятью. Скоро птицами на асфальт пепел выпадет, краснокожий первомарин, гены дикие. Волдыри, тошнота, эвакуация, ликвидаторы, дозиметристы, милиция. В окне на кухне небывалая иллюминация, рукотворный везувий в ночь плюется частицами. В роддомах ищут сосцы маленькие тельцы, копят невидимые тельца, заразные пыльцы. Куда-то срочно всем скопом отъехали отцы и возвращаются на скорых. Совсем недавно он веселым был и живым, но уязвимости пропорции искажены. Ткани поражены, рыдания чьей-то жены блуждают эхом в коридорах, пустеет город. Трещат приборы сквозь тонны бора, и песка летят нейтроны, сбоят нейроны, сходят слоями стел покровы. Войска гражданской обороны в бою с графитом несут уроны. Призраков ждут вдовы дома. Кто-то здесь прямо в процессе сгорит совсем, других настигнет позже цезий 137. Над человеческими ульями туча ползет, неправильные пчелы тащат в город неправильный йод. Видишь, это столб ослепительный, бьющий в апрельское небо над Припятью. Скоро птицами на асфальт пепел выпадет, краснокожий первомарин, гены дикие. Волдыри, тошнота, эвакуация, ликвидаторы, дозиметристы, милиция. В огне на кухне небывалая иллюминация, рукотворный безумный ночь плюется частицами. Энергия навалом у нас тут, спасибо мирному атому. Махнем к твоим на Пасху, к моим на девятое. На этих выходных картоха на первое влез. На наши планы целой эпохи хватит только в обрез. На наши планы силы здоровья нужен целый вагон. Айда на мост бегом, оттуда говорят, видю нагонь. Там по грязному притоку в прекрасно далеко начинает путь дары четвертого энергоблока. Да все в порядке в целом с фоном радиационным. Уже вот-вот откроют новый парк аттракционов. Пожар пожаром, но есть и поизысканней драма. Кто кого, московский Спартак или киевская Динамо? Скрипят колясками мамы, неспешно крутятся спицы. Некуда торопиться, впереди еще лет 30. Плутоний в зоне превратится в америций. Время разложит точильницу в баллонка больницам. Видишь светостолб ослепительный, бьющий в апрельское небо над Припятью. Скоро птицами на асфальт пепел выпадет, краснокожий первомарин, гены дикие. Волдыри, тошнота, эвакуация, ликвидаторы, дозиметристы, милиция. В окне на кухне небывалая иллюминация, рукотворный безумие в ночь плюется частицами. Ищут сосцы маленькие тельцы, копят невидимые тельца заразные пыльцы. Куда-то срочно всем скопом отъехали отцы и возвращаются на скорых. Совсем недавно он веселым был и живым, но уязвимости пропорции искажены. Рыдания чьей-то жены блуждают эхом в коридорах. Класс, да? Я так прочитала под роликом, что оно посвящается пострадавшим в этих катастрофах, посвящается людям, жертвующих собой, жизнями своими в этих катастрофах. Конечно, у меня нет слов. Ну как, все равно это, знаете, как говорят, это когда-то-то там было, это все ты пережил.
Вот просто пережил. Я очень многих знаю, которые ездили на Чернобыль спасать тогда. Многих уже нет в живых. Это все даже... мы это не понимали. Мы тут ходили, как вроде так и надо, и все. А уже потом, со временем, начало доходить это все. Жалко так. Люди рассказывали, приезжали оттуда, рассказывали, как на крыше этого станции этой он ходил, как он не сдирали там все, как это. Ой. А теперь уже их нет. Светлая им всем память, да. Можно это просто вот сегодня сказать. Мы пережили это все. Да, вот у нас, ой, голодомор в Украине там когда? Там в 90-х годах мы не пережили голодомор, когда на кусок хлеба денег не было. Ни хлеба, ни фига не было. Да, одни жили, шиковали. А мы тоже в той же нищете, тот же голодомор. Это в наши времена нас посадили. А сейчас там в Луганске, в Донецке, вот там на передовой люди сидят. Их стреляют, бомбят каждый день. Это что они? Это они опять войну переживают, вы же знаете. О, Чернобыль этот пережили, мы уже пережили. Теперь коронавирус этот, сколько всех вот таких вот катастроф. Ну и коронавирус, надеюсь, что мы все переживем, чтобы он быстрее закончился, пережить его и все. Лучше будем помнить, вспоминать. О, так что молодец, молодец, Ваня. Такие темы поднял, осветил их, попробуйте. Есть среди нас еще здравомыслящие люди, которые, ну, пускай это будет как память светлая, пускай это будет, будем этот, а если мы помним и вспоминаем старое все, вот помним, память у нас это, значит, у нас есть будущее. А если мы забудем это все, все сотрем, то у нас и будущего не будет. Так что светлая память всем, кто погиб при этих делах, и а нам надо чтить и помнить. Так что пока-пока, до новых встреч. Баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера, баба Вера.